Председатель Сената парламента выразил соболезнования послу России в Казахстане в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле. Мавлен Ашимбаев возложил цветы в посольстве и оставил запись в книге соболезнований. Он отметил, что в Казахстане глубоко потрясены трагическими событиями, унесшими десятки жизней мирных граждан. Жители республики искренне скорбят вместе с народом России. Мавлен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирного населения и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.